В отопительный период опасность возгорания в частных домах и квартирах возрастает. По области с начала года на пожарах уже погибли 8 детей. Во всех случаях есть вина взрослых. В регионе усиленно работают соответствующие комиссии. При выявлении социально опасных ситуаций применяются незамедлительные меры по защите детей. В течение одного дня четверо детей сгорели. Четверо детей, понимаете? Малолетних четверо детей. Причина одна. Некачественный, на мой взгляд, надзор работников социальной сферы. Те, кто должны смотреть за этим. Если это происходит на селе, то там есть органы местного самоуправления и подобные. Семьи не должны у них просто быть на контроле. Территориальные комиссии провели 141 межведомственный рейд, посетили 543 семьи. Людям разъясняют требования технической и противопожарной безопасности при эксплуатации газового, печного оборудования и электрообогревательных приборов. Именно на них приходится 80% от всех причин пожаров. В первую очередь необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. При эксплуатации печей это не нужно их перекаливать. За 3 часа до сна нужно прекращать топку печей, да? Поддерживать ее в исправном состоянии. Необходимо, чтобы перед печью был притопочный лист в металлическом исполнении размером 50 на 70 сантиметров. Нельзя разжигать печь горючими жидкостями, у нас керосин, бензин. Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки, помните, у детей практически нет шансов самостоятельно спастись при пожаре. Даже несколько секунд в случае опасности могут стоить ребенку жизни, если вас нет рядом. Если вам известны случаи, когда ребенок находится в опасности, в том числе оставлен родителями, позвоните по единому бесплатному телефону доверия 8 800 2122. Ваш звонок может спасти ему жизнь. Алексей Старцев, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».